Народный праздник Луков-день отмечается 31 октября. В этот день Православная Церковь чтит память святого апостола Луки, сподвижника апостола Павла. Другие названия этого праздника – Лука, День святого Луки. Главным блюдом в этот день был лук. 31 октября было принято молиться святому Луке о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему также обращались за помощью рыбаки и огородники. Лука считается первым в истории иконописцем. По легенде, он написал первую икону Пресвятой Богородицы. По понятным причинам святого в народе почитали как покровителя иконописцев и вообще живописцев. Из-за созвучия с именем святого в этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. Мы и по сей день слышим поговорки о способности лука защищать человека от болезней. Лук от семи недуг, лук да баня все правит, кто ест лук, тот избавится от мук. Несмотря на то, что торговля этим растением редко приносила хорошую прибыль, в деревнях 31 октября устраивались луковые базары. Каждый человек в этот день обязательно съедал немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней. Считалось, что лук, съеденный в луков день, может излечить даже от хронических заболеваний. Это растение также использовали для лечения кожных заболеваний и повреждений. Лук толкли в ступках, после чего наносили на раны, и в скором времени они затягивались. 31 октября начиналась так называемая осенняя путина, предполагавшая выход в море. Поэтому рыбаки обращались к апостолу Луке с молитвами и просьбами послать хороший улов и уберечь их от опасностей, связанных с водной стихией. В это время можно было поймать плотву, язя, стерлядь, леща, окуня, сама, щуку. Приметы погоды в этот день. Если 31 октября бледная и мутная луна, будет дождь или снег, возможны также морозы. Если на вишне к этому дню еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает. Облака по небу плывут с севера на юг, погода будет ясной или наоборот. Thank you.